Добрый день. Я буду краток. Дорогие благовещенцы, от имени президента Российской Федерации, от имени всего правительства поздравляю вас с праздником. Какой праздник, спросите вы? Проект «Как две капли» в Благовещенске – это всегда праздник. Особенно полуфинал. Я думаю, это достойно аплодисментов. Я лично решил поучаствовать в данном проекте. Мне хотел подпевать Владимир Вольфович Жириновский, но вчера на репетиции ему Медведев на ухо наступил, поэтому придется одному отдуваться. Тему выбрал молодежную, поэтому прошу не судить меня строго. Итак, маэстро, музыку. Всем добрый вечер, я Владимир Путин. Если кто не знает, знакомы будем. Я есть во всех списках VIP. Найти меня просто, AMC VVP. Есть у меня реальная маза. Обращаюсь к работникам АвтоВАЗа. Йо-мобиль привлек внимание мое. Особенно понравилось название Йо. Проигрыш Обаме предрекли ученые. Париться барать реально по-черной. Плюс ко всему наводнение в Алтае. В Таиланде дожди, перенаселение в Китае. В Штатах барак, в Европе бардак. Волнуется Иран, волнуется Ирак. Волнуются люди, что же с матушкой России-то будет. Ну а я как президент Российской Федерации по этому поводу могу сказать следующие слова. Йоу. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй. Все ништяк. Вокруг шум, пусть так не кипишуй, Благовещенск. Все ништяк. Спасибо, друзья. Как Благовещенск? Мне Благовещенск очень нравится. Охрана может немножко расслабиться, потому что только в торгово-развлекательном центре острова я чувствую себя в полной безопасности. Успели ли вы что-нибудь купить? Были ли вы в кэшке? В кэшке зашел, но мне позвонила Алина и срочно пришлось уйти. Вот. Но я думаю, сегодня предстоит экскурсия. Если вы не против, поможете мне.